Доброе утро всем, кто присоединился к нам. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, возможно гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 3-8. Днем столбик термометра поднимется до плюс 18 градусов. В горах ночью от минус 2 до плюс 3. Днем ожидается до плюс 13. В Черкесске днем небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 со знаком плюс. Днем потеплеет до плюс 16. В Карачаево-Черкесии прошел конкурс среди детей сотрудников правоохранительных органов. Победительницей стала юная певица Ксения Лавлинская. Сегодня она в нашей студии. С творчеством Ксении познакомилась Була Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Ксения. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Ксюш, я знаю, что ты стала победителем конкурса среди детей сотрудников правоохранительных органов. Мне бы хотелось, чтобы ты немножечко рассказала про сам конкурс, где он проходил, что ты исполняла. Расскажи, пожалуйста. Этот конкурс проходил в первой музыкальной школе. Я исполняла песню Сони Лапшуковой «Мне бы петь и танцевать». Угу. А какого плана эта песня? Эстрадная? Да, джаз. А как вы решили участвовать в этом конкурсе? Мне предложили родители, я согласилась. Угу. А много было детей, участвующих в конкурсе? Да, достаточно много, но в моей номинации не совсем. Очень. Угу. Ну, что касается вот твоего увлечения музыкой, да? В частности, вокалом. Скажи, пожалуйста, как ты начала увлекаться, как давно ты увлекаешься вокалом? Вокалом я занимаюсь третий год. А до этого я занималась 4 года на гитаре. Угу. А что тебе больше нравится? Ну, скорее всего, вокал. Угу. Кто твой педагог? Фатима Китаева. Ты в первой музыкальной школе занимаешься? Нет, я занимаюсь частно. Частно. Ну, мне бы хотелось, чтобы ты немножко рассказала про себя. В какой школе ты учишься, в каком классе ты учишься, какой у тебя любимый предмет, какие у тебя увлечения. Расскажи про себя. Я учусь в 5-й гимназии, мне 13 лет. Мой любимый предмет – это алгебра. Интересно для девочки. А какие у тебя увлечения? Вот помимо того, что ты любишь музыку? Я люблю играть в баскетбол. Угу. Ну, что касается музыки, ты только эстраду исполняешь, джаз? Да. Угу. Ну, да. Пробовала себя в других направлениях? Например? Ну, допустим, народная музыка. Ну, иногда на мероприятиях, да. Скажи, пожалуйста, в каких конкурсах ты принимала еще участие? В конкурсе «Зори Кавказа». Буду принимать участие в конкурсе «Южная волна». А когда? В этом году? Да. Угу. Готовишься, да? Да. Угу. А ты уже решила, что ты будешь исполнять? Да. Что? Я буду петь песню Полины Богусевич «Крылья» и песню группы Scorpions «I'm Still Loving You». Ксения, вот скажи, ты репертуар свой как подбираешь? Вот тебе понравилась песня или тебе предлагает педагог? Мне понравилась песня, и мы ее разучиваем. Угу. Я знаю, что твои родители работают в правоохранительных органах, правильно? Да. Вот ты, когда вырастешь, тоже хочешь пойти по их стопам или хочешь выбрать себе другую профессию? Я хочу пойти по их стопам. Угу. Ну что же, мне остается пожелать тебе удачи, успехов и спасибо, что сегодня была у нас в гостях. Спасибо, спасибо вам. Спасибо. Следующий информационный выпуск с Аллой Динаевой смотрите в 11:45. Хорошего продолжения дня. До встречи в эфире.